Добрый день! Хочу представить вашему вниманию Лобзик Борт BPS 710 UQL. Это высокопроизводительный инструмент для выполнения резов по металлу и дереву. Максимальная глубина пропила дерева 80 мм, металла 10. Мощность двигателя 720 Вт. Отмечу, что инструмент легко переносит нагрузки. Двигатель охлаждается благодаря вентиляционным отверстиям. Частота хода пилки до 3000 оборотов в минуту. Плавная регулировка скорости позволяет установить оптимальный режим для каждого конкретного материала. Инструмент оснащен маятниковым механизмом. Он упрощает продвижение в материале. Кроме того, такая система увеличивает эффективность и скорость работы. Еще одна особенность – наличие лазерного указателя. Он позволяет точно следовать линии распила. За счет наклонной подошвы можно совершать прямые и пропилы под углом. Лобзик оборудован бесключевым креплением пилки, поэтому оснастка меняется легко и быстро. Добавлю про эргономичность инструмента. Эластичная накладка на корпусе способствует надежному захвату и исключает проскальзывание. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.